когда муж приехал в июле месяце, ну, уже будучи там, наверное, пробыл он 2 месяца, домой на 3 дня в увольнение, я очень сильно его отговаривала ехать обратно. Я его просила, давай тебе что-то поломаем, там ногу, руку. Ну, то есть как-то избежать этого всего. Он говорил, я не могу бросить ребят, все хотят попасть домой, все. Ну, никого не могу подставить.